буду. Сейчас, я сейчас. Он начинал, он репетирует еще. Терепиция. Ну, если он начнет петь, я тоже начну. Это будет эксперимент зловещий. Очень зловещий. Шиповрович. Я забыл этот. Какое тело проняло. Я открываю, это написано «Старший». Я вхожу в кузнечную. Кузнечную 87. Да, без всяких тоже. Я, блин, надеюсь, я что-нибудь сыграю. Чуть ли что, я перестану играть. У меня никто не летит сзади на полном ходу. Почему это зловещий эксперимент? Да у меня паранойя. У меня ощущение, что мой задний глаз видит этого. Представь, у меня фантазия, что там глаз, я этим глазом вижу летящий в меня. Закончили с хорошими песнями. Давно пора петь «Королевы». Обчекрыжишь начало? Не, я не умею. Обрезание? Да пофиг пусть. То есть ты не умеешь делать обрезание не видео? Не умею. Да пофиг пусть поливается. Раз, два, три. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит разумец и кричит: сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. Но пойди сумчиться, то поле, то кручу, все поймать стремиться. Молнию, ой, сельский люд, смотреть на эту выходил, как на холме безумец и чудил. Он, видно, ссоря с головою, видно, сам себе враг. Надо шо выдумать такое, он враг. То парик лесом чиста, то поле, то кручу, все поймать стремится. Сельской дороге медленно шел ночной герой, весь лохматый и седой, и улыбался. Тупай в лесу мчится, тупой это круче. Я запишу.